Ведущая телестройки «Дом-2» Ксения Бородина придумала оригинальный способ избежать депрессии после развода. Она записалась на психологический тренинг для взрослых. Светская львица после развода с супругом решила сосредоточить все внимание на саморазвитии. Бородина записалась на тренинг личностного роста для женщин. На лекциях, которые посещает телеведущая, психолог рассказывает о женской сексуальности и о том, как ее раскрыть. Очень важные вещи. Когда тебе не надо замуж, когда ты чувствуешь себя целостной. Это важно ощущать. Прокомментировала секс-лекцию Бородина. Напомню, что в январе Середива угодила в скандал. Она закрутила роман с близким другом бывшего мужа, о чем все узнали. Разъяренный Омаров пригрозил Бородину, что сольет в социальные сети интимное видео с ее участием, которое якобы является доказательством ее измены. Так, мы сейчас пельмени будем делать, имейте в виду.